Здравствуйте, на связи компания «Жаска», и сегодня мы расскажем вам, зачем делегации из Индии, а следом и из Таиланда, прилетели к нам в гости. Наш кормовой экструдер смог заинтересовать азиатских заказчиков. Пшеница, соя, кукуруза, опилки, кожа, мясные отходы и просроченные продукты – это далеко не полный список сырья, который с легкостью поддается переработке на нашем оборудовании. Мы провели зарубежным предпринимателям экскурсию, подробно рассказали об оборудовании и, конечно, продемонстрировали работу экструдера. Как сырье мы использовали непривычный для нас в этой роли рис, но широко применяемый для представителей азиатских стран. Всем присутствующим было сложно удержаться от того, чтобы не съесть настоящий попкорн, но они справились, устояв перед манящим ароматом, но это не точно. А вас, в свою очередь, просим поторопиться с покупками, пока все наши экструдеры не уплыли.